В рамках ежегодного проекта «Художники-графики советского периода» в Щелковской художественной галерее открылась выставка «Отпечатки времени». В этом году представлены работы в технике высокой печати, разновидности гравюры, среди которых линогравюра, гравюра на дереве, гравюра на картоне. В экспозицию вошли работы признанных отечественных мастеров прошлого века и наших дней из фондов картинной галереи города Красноармейск, Химкинской художественной галереи имени Горшина и Щелковской художественной галереи. В основе графики все время рисунок. Вот. И здесь вот возникает как раз вот эта замечательная такая вещь, что рисунок настолько разнообразный, и вот три музея сегодня показывают вот это великое разнообразие, именно возможности этой графики. Эта выставка отличается тем, что действительно очень много разноплановых картин, много художников советской эпохи здесь представлено. И, как правильно заметил Александр Иванович, здесь можно построить все на сравнение. И то, что вы приходите в картинную галерею, и то, что вы получаете эмоциональные чувства, да, нравится, не нравится, это все равно некое ощущение. Это уже здорово. Но если вы еще и погрузитесь в специфику производства графического искусства, это будет вообще замечательно. Искусство графики многообразно. Оно включает политические плакаты, газетно-журнальный рисунок, книжную иллюстрацию и карикатуру, промышленную прикладную графику и кинорекламу. Большой раздел ее составляет графика станковая. Рисунки и гравюры исполнены самостоятельно вне специального практического назначения. Тот самый стамп, который мы когда-то покупали за 3 рубля в магазине, вешали как бы в бронзовые окантовки и относились к нему так, ну, картинка как бы на стене. А мы хотели вернуть ваше внимание вот к этим якобы простым работам. Внимательного зрителя графических работ ждет много интересного. Не сразу. Постепенно раскрывается ему своеобразие и красота каждой графической техники. Серебристая четкость рисунка графитным карандашом и бархатная чернота итальянского карандаша. Точная беглость перовых рисунков тушью или чернилами. Нежность пастели и сангины. Всех ценителей и любителей графики ждут в галерее на выставке «Отпечатки времени» до 13 ноября. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.